сколько ждать? Короче, 30 километров в час по трассе. Сними спидометр. Ебать, валим просто. Глушим нахуй. Ебать, 39, опасно. Не-не-не, надо сбавить, брат. Брат, куда едешь? Да, блядь, брат, КамАЗ по встречке, поэтому... А, ну ясно, ясно, да, конечно. Неудивительно, да, почему мы так это, блядь, валили просто. Ваш уши закладка от ультразвука. А, не на буксир тащит, ладно, плохо. Живем. Вот этот же карнал. Дрифт в лицо. Валил что-то, да? Да хули КамАЗ тоже, блядь, наваливает. Вот тут, знаешь, тут, короче, утром вообще такой охуенный вид. Получается, вот тут же вообще пусто. А вот там фонари, короче, горят, прям, ну, там есть. Просто вот, понимаешь, романтика. Я даже эту фотку в группу вкладываю. В группу там все, пошли, короче.
справиться со мной. Ну серьезно, здесь я хочу сюда не смог. Ты не смог начать сон. Я люблю тяжелый. Все, он сваливает. Я тоже хуйню снимаю. Затрален, да? Генка просто затрален в хламину. Просто вот дальше некуда. Косоёбит, косоёб. Угорает, сука, я вижу. Вижу, щеки тянет. Это не щеки. Это мышцы. Это синтол. Ладно. Ну я не тут учусь. Мне надо еще дальше ехать. Ух, какая тачка. Вон бутушники на каких тачках ездил. Тот самый Эд, когда ушел после 9-го, да? Ну к тебе относится. Почему это? Ну хули у тебя там папина. Машина. Вот тебе мамина. Моя. ПТС показать? И чё то, что оформили на тебя? Я всё могу переоформить это на себя. А, заебёшься, блядь, переоформлять. Заебёшь. Страховку. Ну, кончится, ты переоформлен. Да. У меня как раз на апреле кончается. А я её уже могу продавать. Вот, короче, мой КФУ. Снимай, нахуй. Залупа какая-то. Снимай полностью, это школа бывшая. Это залупа бывшая. Нахуй, школа бывшая, я сказал. Залупа это бывшая. Ну-ка, школа. Все, нахуй, убирай камеру, а то студенты охуеют, блядь. Раз, два, три, зачет вообще изи-пизи получил. За 20 секунд, короче, пришел. Убери руки. Я сам себя сниму. Я сам себе режиссер. Вот. Красавчик просто. Секс. Хочешь меня, Ген? Ой, блядь, вот, а вот где там? Вторая сессия, получается. А, так, где там она? Строительное черчение, право, физика. А нет, стоп. Где я сдавал-то, блядь? Пиздец. Так, пиздак закрыл. Так, а вот строительное черчение. Вот, стоит зачетно. Все? Сука. Пиздел. Не, надо вот так, чтобы видно была зачетная книжка. Блин. Смотрите, соска. Косоебит. Как меня косоебит. Че, сейчас на почту поедем? Или за ней там? За кланским классом поехали. Бля, я-то завтра не утром все равно один хуй приеду сюда. Ну, позвони ему, ебаный в рот. Как меня косоебит! Косоебит! Троянка! Геннадий Троян! Пока, всем с вами был Саша Дегернаут и, блядь, я. Головка от хуя. Ебашим домой, все. Я на бензине стою, надо на газ прогазовать. Вот. Едем на почту сейчас, что-нибудь, какую-нибудь залупу получим там. Наверное, надеюсь, прям, блядь, горю желанием. Бери нахуй руку от ручника. Блядь. Вот трогай свой, а. Заебал. Иди нахуй. Ой, как мы начали рулить-то одной рукой. Врум-врум, мазафака. Ты с двумя-то научишь ездить, блядь. Куда тебе с одной-то? Ёши, яма, мото, пуси. Тут, бля, момент охуенно надо будет мотнуть. Мне расскажет, сколько дел я кикнул. Выпуск новостей. Сзади на выпитаж. Ёши, яма, мото, пуси, мама, нови. Вот. Черная, кожа, я все.
Маму и там кто? Никого это? Уебался. Взрослых нету там никого? Материться можно? Маму ебал тут твою, все. Зачет у Артанкина получал? Так ты же брал зачет. Ну вот, показал зачетку и все, он мне в ведомость поставил. Че, как жизнь? Заебись. Как жизнь? Интервью. Охуенно. Блядь, ты встал тут вообще прям это, не в коня корм. Похрен. Че, сколько зачетов? Ну вот сейчас мы к Сорокиной идем, к куратору нашему, техмех сдавать. Жесть! Бля, мне надо весной будет это все сдавать. Ну. Ладно, Валек, короче, давай, удачи тебе. Ага. Одногруппники мои, петушки бывшие. Все, поехали. Шестерки на бите, держи в помощь, что бесконечный пустоте. Номер не видно по-любому. Похуй. Бать, он тоже. Походу все с номером 333 ёбнуты. Давидыч второй, только в серебре. А в натуре, смотри, джип. Давидыч Кумертау Эдишн. Ну, боком завалит. Что-то он на поворотах вообще вялый. Ну, он будет жарить или нет? О, потихонечку жарит, отрывается. Ты прикинь, на Ниве так ебашит. Это мы на легковой так едем. Это одно. А на Ниве совершенно другое. Там вся машина, короче, вибратор. Ну, это же шевроленький. Ну, это же номер 333 и рак, тем более. Что можете сказать по этому поводу? Пиздец. Хасл Хард Флейва. Че? Хасл Хард Флейва. Че? Короче, мажоры. Да? Ну. Че возьмем? Чипсы. Крабы? Или эстрелло? Эстрелло. Бля, мужик, женюсь. С Алишки вообще ничего не пришло, абсолютно. Вот самые долгожданные посылки — это микрофон и мой балахон ебливый. Их нету, понимаете, их нету. Наипрямейшее включение сегодня, сейчас скажу вам точную дату. 10 декабря, почти уже конец сессии, у меня много хвостов. Я даже на заочке, понимаете, умудряюсь какие-то хвосты получить. Вот, в общем, с высшей математикой у меня проблемки. Вот, и сейчас, если теоретическую механику не поставят, то и с ней, возможно, будут. Через 12 уже будет экзамен, то есть надо заходить в кабинет, я не знаю, что я тут сижу. Но я только приехал, потому что всю ночь не спал, дурак, блядь. Вот. А главное, ребята, моя проблема. Все делал в последний день. И, как правило, хорошего от этого вообще ничего не получается. Вот. И я либо делаю тяп-ляп, либо тяп-ляп. То есть тут других вариантов нету. Вот. Плохая вам не черта, надо это все исправлять. Вот. Ладненько, пойдем. Вот. Но все же, короче, как я уже поеду с универа, я запишу видосик, скажу вам, как у меня получилось сдать или нет. Потому что в любом случае завтра надо уже начинать новый влог. Вот завтра КВН, там вся херня будет. Вот, а пока что у меня сессия. Охуенно, едем просто. Один зачет сдан, осталось еще два. И завтра еще два, так, блядь, там красный. Вот через эту пипирку, короче, смотрю. Да, красный. Встаем. Так, сейчас, думаю, тачка прогрелась. Блять. Времени не было ждать, стоять, пока прогреется. Надо срочно сдавать другие предметы. И поэтому все вообще наскоряк. Когда пошел вверх.
закону подлости осталось доехать 300 метров до корпуса, до университета. И стекло, как ни странно, почти чистое, да, то есть тут мало льда, то есть обзор свободен. Ну ладно, в следующий раз поставлю на прогрев, чтобы хотя бы в теплую тачку сесть. А то я что-то тупанул, забыл. Это, короче, заброшенный завод. Я тут был. Он вообще очень здоровый, то есть там даже видосики можно криповые поснимать. Вот, но это, наверное, в будущем будет. И не зимой. Итак, ребята, 3, 2, 1. Сессия практически закрыта. Осталось всего лишь два предмета. Это социология и философия. Предметы гуманитарные. Думаю, с ними у меня проблем не возникнет. Сейчас, на данный момент, я сдал математику, теоретическую механику и английский. Вот, и получается, завтрашний день он будет последний. Завтра я, кстати, еду на КВН. То есть этот влог я выложу сегодня. То есть сегодня какой день? Сегодня четверг. Этот влог я выложу в четверг, а в пятницу поеду снимать другой, то есть там КВН, за кулисами, вся хуйня. А уже в воскресенье будет еще один влог, видеоотчет с концерта Трилаут. То есть я точно не знаю, что это за группа, но там вот именно сходка таких клауд-рэперов, это что-то наподобие Фараона. Вот, там даже будет его бэк-вокалист Джембо, ну они как бы с одного лейбла Dead Dynasty. Вот. Ну, для многих, конечно, эти имена вообще неизвестны, то есть что такое Dead Dynasty, они только знают Скыр-Скыр. Вот. Но кто такой более-менее заядлый слушатель, он, конечно же, знает, кто такой Джембо, кто такие Dead Dynasty там. А также еще будут другие ребята, которые будут представлять Cloud Rap. Вот. Мне это в моих интересах как бы с ними затусоваться, познакомиться. Вот. А может быть, меня возьмут клипмейкером, но, ну, посмотрим, в общем-то, загадывать не будем. А самое главное, сейчас у меня почти что сессия сдана. Вот, сейчас мы пилим домой, буду спать, потому что, как я и говорил изначально утром, ночь не спал, а день был такой напряженный, то есть надо было получить 3 зачета. Вот, довольно-таки геморно все это было, не все прям гладко проходило, пришлось посидеть, немножечко понервничать. Вот. Ну а в целом, пока день продуктивный, я доволен, все, ребята, пилим домой. Вдыхай мой кайф, это так твой рай, дай огня мне дрянь, наплевать где край. Вдыхай мой кайф, это так твой рай, дай огня мне дрянь, наплевать где край. У меня нет тебя чувств, как звать тебя знать, нет, не хочу. Окей, я под конец заплачу. Упс, я это слух, забудь эту чушь. Не бери это в голову, просто бери глубже в голову, бери глубже в голову. Не бери это в голову.